Только что из Москвы от муфтии Равиль Хазрата Гайнудина привезли две награды. Просим нашего уважаемого Гаяс Хазрата выйти на сцену для вручения этих наград и просим выйти на сцену Забирова Данияра Рифаятовича и Беляева Равиля Фяритовича. За заслуги в области государственно-конфессионального сотрудничества, укрепление межнациональных отношений, высокую гражданскую позицию и многолетнюю плодотворную работу по сохранению целостности и спокойствия мусульманской общины наградит медалью мусульман России за духовное единение начальника отдела зонального контроля управления организации дознания Главного управления МВД России по Нижегородской области Забирова Данияра Рифаятовича, полковника полиции. Национального сотрудничества, укрепление межнациональных отношений, высокую гражданскую позицию и многолетнюю плодотворную работу по сохранению целостности и спокойствия мусульманской общины, наградить медалью мусульман России за духовное единение заместителя начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области Белева Равиля Фаритовича, генерала-майора. К сожалению, его нету, он не смог прийти. Но вы видите, какие славные фамилии вы видите, какие люди, слава Всевышнему, они служат, служат они России, служат они Нижегородской области, нашему народу, мусульманской умме и нашей отчизне. Спасибо, спасибо им огромное от вашего имени. Итак, наши приветы. Так держать.